Депутаты Мажилиса высказали свое мнение о возможности переименования нескольких городов Казахстана. К примеру, Петропавловску предложили дать историческое название Кызылжар. Я называю город Кызылжар, сколько себя помню, потому что писатель Сабит Муканов написал великолепную поэму «Кызылжар». Что касается официального названия, то это компетенция местного маслихата. Поскольку мы живем в правовом государстве, каждый вопрос должен решаться на правовой основе. Добрый день, друзья. Не добрый день, не другие. Мои первые школьные годы прошли в Казахстане. Моего отца Юрия Додолева, корреспондента «Комсомольской правды», направили с обкором в Караганду. Очень много я помню с тех лет. По поводу Петропавловска. 60% населения в Петропавловске официально русские, казахов 30%. И вот еще что. Киргизский писатель Чингис Айтматов в свое время познакомил нас с термином «манкурт». Люди, которые не помнят своих корней. Такие рабы. Красный проект, кстати, очень преуспел по превращению в манкуртов целых поколений. Но крайне сейчас мы видим, что происходит. Вот. Я призываю жителей Петропавловска подумать, не идти по этому пути. Это было урочище под этим названием, про которое вспоминает депутат, он просто хайпует, националист. Город основан Петром Первым. Называется он Петропавловск.